Пока нашли паркет же. Людей сегодня на набережной, сегодня суббота, много. Все смешалось, кони, люди. Кириллу надо в багажнике забыли взять одежду, уже надо спешить, но забыли не мы. Мы пока нашли паркетжо. Людей вау сегодня. Мы заехали домой, без них кто успел, отмылся. И туда к девочкам на работу. Мы вообще с Татьяной Дмитриевной хотели здесь посидеть. Ну, на набережной поесть. Я, Бурак и Татьяна Дмитриевна. Ну, типа, все пошли бы на работу, а мы бы тут сели где-нибудь. Но хорошо, что мы поели в другом месте. Мест нету. Он как, смотри, в обнимочку. Молодцы. Смотрите, насколько там были заполнены рестораны, сколько здесь. Около, ну, в этих ресторанах никого нет, хотя есть живая музыка. Красотень. Говорит, твои, думаю, шо мои, она мне показывает. Смотрите, как я люблю, когда вот так вот сделаны, провокационно. Хорошо, хорошо. У тебя фигура сразу появилась. Ты вот вон прав, Бурак. Ты носишь вещи, у тебя прячется фигура, да? Смотрите, какая талия. Стой, я сейчас ракурс поменяю, там Кирилл переодевается. Очень красиво. Даже сиськи появились, видишь? Красиво, красиво. Как красиво смотрится отсюда панорама набережной вот этой вот. Здесь, получается, летом загорают, а там переодеваются. Здесь, получается, все отели, отели, отели. Немножко, ой, блядь, немножко видно, как шум работает людей. Слушай, там вообще... Выходят, что-то переодеваются, задеваются, это соседние. Деньгами пошла бабушка собирать, потому что если не будут собирать официант. Смотрите, официант забрал деньги, положил в карман. Woo!
قدامي في دماغي مع اني شربتني نفسي عيواني مش حلوه مش حلوه Come on.
anlamadım ya, sen anlamayın, anlamayısın ya, anlamayısın. Ölüm geçi çeklerim, çok varım, saçına gül takarım. Kıslamayısın, anlamayısın. Dostlar.